Здесь должен кто-то быть. Дело плохо. Дэвид, Марвин, вы там? Я нашел выход. Все вот здесь. Пришлите подкрепление. Восточный коридор. Мне нужно найти этого парня. Входите, надпись. Ну ладно. Ты справишься. Господи. Открой! Открой быстрее! Открой эту чертову дверь! Я вытащу тебя! Помоги мне, пожалуйста, помоги! Давай руку! Я держу тебя! Дай мне вторую руку! Держись! О боже мой! Господи боже! Записная книжка офицера. Ублюдок. Замечательно просто. Отойди. Вот дерьмо. Я должен это сделать. Какого? Stop. Хватит! Проклятье!
Да какого, мать его, происходит? Это просто безумие. Козлина. Ублюдки, мать вашу. Господи, они повсюду. Ну давай же. Проклятие. Берегись, я справлюсь. Ты в безопасности. Пока что. Спасибо. Марвин Брана. Леон Кеннеди. Там был еще один офицер, я не смог. Давай. Я уверен, ты сделал все, что смог, Леон. Кто-нибудь знает, с чего все началось? Без понятия. Тебе нужно знать только то, что это место сожрет тебя живьем, если ты не будешь осторожен. По-хорошему, я еще на прошлой неделе должен был заступить на службу. Жаль, что я раньше не прибыл. Теперь ты здесь, Леон. Это все, что имеет значение. Ладно, лейтенант. Я готов. Похоже, что ты нашел выход из этого участка. Этот офицер, Эллиот, которого ты встретил... Он считал, что вот этот тайный проход может помочь. Это хорошая новость. Сможем вас звонить сюда оставить. Нет, я здесь не приоритетная цель. Лейтенант, я не могу вас просто бросить. Я дал тебе прямой приказ, новичок. Сначала себя спасай. Я бы пошел с тобой, но я буду тебя тормозить. Так. Тебе понадобится вот это. Я не могу это взять, хватит. И не повторяй моих ошибок. Если ты увидишь одну из этих тварей, в униформе или нет, не мешкай. Ты убиваешь или убегаешь. Понял? Да, сэр. Не так я себе первый день на работе представлял.
говорит спасительный отряд 73. Мы направляемся к East River, садимся у полицейского участка через несколько минут. Повторяю. Карта доступа к арсеналу. Отчет о событиях. 25 сентября. Произошел неожиданный всплеск инфекции. Офицеры полиции должны защитить всех граждан. Один из инфицированных напал на офицера среди ночи. Один офицер погиб, трое ранены. 26 сентября. На нас снова напали. Мы отрезаны от окружающего мира. Не знаем, сможем ли мы починить наше оборудование. 27 сентября. Умерло еще 12 человек. Все летит к черту. Карта полицейского участка. Первый этаж. Пособие по использованию пороха. Отчет об операции. 28 сентября. Остались только я и еще трое офицеров. Мы собираемся сбежать через канализацию. Может быть, это и опасно, но мы не хотим сидеть здесь и ждать смерти. Сообщение новичку. Леон, у тебя особое задание. Сначала ты должен открыть свой собственный стол, введя свои собственные инициалы. Смысл заключается в том, чтобы ты запомнил имена своих коллег-офицеров. Удачи тебе. Снизу что-то написано. Рад, что тебя здесь нет, новичок.
Ах.